сегодня на заседании комиссии муниципалитета обсуждали организацию розничной торговли алкоголем. Как выяснилось, нарушений в этой сфере предостаточно. За 8 месяцев было проведено 166 проверок, после которых составлено 116 протоколов правонарушений по незаконному обороту. Было конфисковано более 1000 литров алкоголя и 120 литров контрафакта. Практически все выявленные нарушения в киосках, ларьках и павильонах.